Детские сады и школы в Анапе посещают более 30 тысяч детей. И пока они находятся в стенах образовательных учреждений, они должны быть в безопасности. Наталья Микитюк отчитывается, в каждой школе есть тревожные кнопки. 64 учреждения из 88 обслуживаются в системе «Кубань-антитеррор». Главу Анапы интересует, что запланировано на этот год для того, чтобы усовершенствовать систему контроля. 33 учреждения – это мы будем стрелец-мониторинг устанавливать. И 9 учреждений нуждаются в ремонте ограждений по периметру. И все. Но мы наметили мероприятия, да, по всем. Мы, да, наметили и план этих мероприятий. План подготовки мероприятий к новому учебному году у нас согласован с Роспотребнадзором, с Пожнадзором и с министром образования. Наша съемочная группа по следам прозвучавших докладов побывала в 6-й школе города-курорта. Исполняющая обязанности директора школы Ольга Михайлова рассказала, как защищают детей от преступных посягательств. В современной обстановке мы придаем очень большое значение обеспечению безопасности наших детей. Потому что школа – это территория безопасности прежде всего. У нас есть электронный пропускной режим на основании карточки электронного ключа, который имеется у всех учащихся и сотрудников, проходят наши дети в школу и выходят. То есть мы можем фиксировать время прохождения в школу и время выхода из школы. У нас есть бегущая строка, у нас камеры видеонаблюдения, которые просматривают территорию нашей школы. У нас целостное ограждение в школе. Мы проводим классные часы по профилактике терроризма, по профилактике экстремизма. Используем для этого сайт, который нам был рекомендован на одном из совещаний в управлении образования. Мы работаем в тесном сотрудничестве с казачеством. Они нам оказывают помощь. Помимо классных часов, классные собрания. Есть приказ, где определена группа лиц, которые должны обходить, контролировать территорию школы, контролировать саму школу на предмет обнаружения посторонних предметов.